Приветствую вас на своем канале. В этом видео хочу вам показать, как вязать очередной узел. Вот так вот берем леску и крючок, продеваем нашу леску ушко крючка, делаем нахлест лески, вот так вот нахлестываем, и с помощью пальца вот здесь вот делаем такую вот засечку, то есть для себя. Вот этот вот кусок лески, который получился, обворачиваем вокруг основной лески несколько раз. Я делаю это где-то 5-6 раз. Так, как вы видите, у нас вот такая получилась нехитрая снасть. И теперь кончик вот этой лески продеваем в кольцо, в образовавшееся. Так. Для пущей уверенности мы проводим наш конец еще вот это вот кольцо, которое образовалось впоследствии. Затягиваем это все. Берем за основную леску и подтягиваем это все на крючок на наш. Вот такой узел используют часто для ловли на живца, так как этот узел свободно ходит по кольцу нашего крючка. Также он считается одним из самых малоразрываемых узлов, то есть он имеет большую прочность. Вот так вот, вот такой вот узел получился. Подписываемся на канал, ставим лайки.